Сами прибыли в корпус основного сварочного производства, где изготавливается 6, ну, основная номенклатура, это 6 продуктов для АЭС. Я перечислял, кто-нибудь запомнил, может перечислить? Коллектор, арматура. Нет. Коллектора, да. Вот коллектор как раз-таки стоит на сдаточной операции, вышел с контроля рентгена. Элементы главного трубопровода, коллектора, емкости соос, корпуса насосов, главного сооза емкости и компенсатор давления. Значит, мы с вами начнем обход с участка по окончательному сборке и сдаче трубных узлов. Посмотрите сейчас. Далее мы пройдем, посмотрим изготовление корпусов насосов, главных циркуляционных. Ну, это все одна нитка, где подается перегретый пар от реактора по генератору и далее к турбине. И пойдем посмотрим основные мощные самые наши пролеты, где изготавливаются крупные корпусное оборудование с его мехобработкой. Участок изготовления, окончательное изготовление и сварки с наплавкой главного циркуляционного трубопровода, то есть заготовку получаем в виде вот такой трубы. Далее мы эти трубы укрупняем, сварим, вернее наплавляем сначала внутреннюю поверхность антикоррозионным слоем. Наплавка производится. Пойдемте поближе, да? Пойдемте поближе, пройдем. Какая стадия? Вместе. Значит, видите, вот слои валиков наплавки, да, то есть мы освоили не так давно, но это было буквально 2 года назад, технологию электрошлаковой наплавки. То есть наплавка происходит за один проход очень быстро. До этого трубы, аналогичные трубы, изготавливались и поставлялись из Германии для российских станций. То есть здесь уже речь можно вести об импортозамещении. Электрошлаковой наплавки. А толщина какая наплавки? Толщина наплавки у нас довольно жестко лимитирована. Ну, скажем так, от 4 до 6 мм. Здесь все выполняется за один проход, в один слой. И учитывая параметры процесса, мы имеем практически металлургический передел, который позволяет нам обеспечить качество и сплавления, и качество самой наплавки. Поэтому обходимся одним слоем. Труба для главного циркуляционного труба. Да, ну и соответственно отсюда уходит уже полностью готовую под сверловку и под набивку. Паспорт набивается порядка 4500 змеевиков в каждый коллектор трубочки. Вот этот коллектор, он приедет на Атамаш и там будет сверлиться. То есть 4500 отверстий в каждом коллекторе будет. Это вот по кругу, да? Они будут по периметру обсверливаться несколько рядов, да. А далее будет набиваться трубками. Они сверлятся на станке, дальше трубки будут вставляться и обвариваться еще к тому же. Потом еще есть гидрораздача, то есть для более плотного прилегания трубки к самому коллектору. Коллектор делается из нескольких паковок, наплавляется внутренняя поверхность. Здесь вот как раз таки трехслойная наплавка идет, традиционная, автоматическая. А вот эта металлическая круглая штука, это корпус главного циркуляционного насоса. Совсем скоро он отправится на белорусскую атомную станцию. Такие же две детали уже поставлены на Ленинградскую АЭС-2. И готовятся они здесь, на Петрозаводск-Машин.